Всем привет! Тема сегодняшнего видео – веганские сладости в обычном магазине. Я подготовила для вас несколько своих вариантов, какие сладкие продукты можно взять в обычных самых распространенных магазинах. Расскажу о их цене. Среди моей подборки будут как йогурты, так и шоколад, конфеты и разные другие продукты. Поэтому начнем! Начнем наше видео с шоколада. Шоколад балабаевский, элитный, 75% какао. Вот так вот выглядит плитка, ее вес 100 грамм. Можно купить ее в магазине «Пятерочка». По акции примерно до 100 рублей ее будет стоимость. Без акции 180 рублей стоит большая плитка 200 грамм. То есть, соответственно, до 100 по акции можно взять вот такую вот 100-граммовую плитку. Также она встречается и в фикс-прайсе по доступной цене, поэтому такой вот черный шоколад очень доступен, всегда можно его найти. Что еще из шоколада могу предложить вам? Черный пористый шоколад «Победа». Вот так вот он выглядит. Большая плитка будет стоить примерно 77-80 рублей по акции в «Пятерочке», а большая огромная плитка 180 грамм. Вот, поэтому рекомендую брать шоколад вкусный, интересный. Коньяк там совсем не чувствуется, поэтому мне очень нравится, особенно кофе я беру. Вот, без акции стоит 199 рублей, по акции 70. Также есть в фикс-прайсе, поэтому обращайте внимание, что и там это тоже доступно. Так, что еще? Далее конфеты. У меня вот такие вот красные октябрь конфеты «Цитрон». Я их покупала в магазине «Верный». Вес у них, насколько я помню, 250 грамм вес таких вот конфет. Скажу, что на вкус они как простенькие, но тоже неплохие, хорошие. Имеют место быть. За такую пачку верном по акции я заплатила 60 рублей. Вот, очень доступно. Также обратите внимание, я беру в «Пятерочке» вот такие вот еще конфеты «Трюфель». Очень вкусные. Вес у них 200 грамм. Без акции они будут стоить под 200 рублей, а по акции 119-120 рублей. Тоже рекомендую, хорошие, намного выше, конечно, чем вот эти. Вот, ну, чуть подороже. Каракум также, посмотрите, тоже в той же «Пятерочке». Ну, он и в Ашане бывает, просто в «Пятерочке» он стоит по акции каракум 109 рублей, пачка 250 грамм, без акции 198-200, вот. То есть выгода налицо, можно сказать. Далее, что еще можно показать? Паста «Степ», паста «Славянка». Шоколадно-арахисовая. Мне очень она нравится. Так вот выглядит она. Продается она в Ашане. Объем у нее 220 грамм вес. Вот она у меня уже начата. Мне она очень нравится. Можно есть и с печеньем, и просто так ложкой. Очень вкусно. В Ашане средняя стоимость ее где-то 90 рублей. Тоже классная вещь, поэтому вот так вот. Далее, что еще могу вам предложить? Сейчас у меня нет, я уже съела и выкинула бутылку. Вот у меня был такой вот йогурт «Здоровое меню», я уже рассказывала про их вкусы, персиковый с черникой. Смотрите, вот я обратила внимание, недавно я увидела в ленте со вкусом мороженого йогурт, интересный, и клюква. Мороженое очень мне понравилось, вкусно. А вот клюква, мне кажется, немного сладковато. Вот, я, наверное, хотела что-то более немножко с кислинкой от этого йогурта, но у каждого свои вкусы. Так что вот, если не пробовали эти новые вкусы, обязательно можете попробовать. Стоимость в ленте этого йогурта была 47 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, в Ашане 49, где-то до 50-50 рублей средняя цена такого вот йогурта. Объем его 330 миллилитров. Вот. Что еще? Далее, кисель. «Здоровое меню», взяла попробовать кисель «Здоровое меню». Раньше рассказывала про другие кисели, про такие вот «Росэнерготест», насколько я помню, они назывались. Вот «Здоровое меню» взяла на пробу с яблоком. Мне, если честно, не понравилось. Стоимость до 50 рублей, вот, 330 миллилитров, больше брать его не буду. Есть еще с малиной, поэтому, возможно, попробую, или, возможно, вы пробовали. Если знаете, какой на вкус, напишите, мне интересно. Но вот с яблоком совсем меня не впечатлил. Вот. Так что буду брать кисели, как и раньше, другие. Что еще? И сгущенка. В этот раз была в «Глобусе», не взяла ее. Мне кажется, цена все-таки высоковата. Попробовала ее, вот так вот она выглядит. Сгущенка торговой марки «Волка Молка». Объем у нее 250 миллилитров. Стоимость в «Глобусе» 177 рублей.
Вот, с такой вот баночку. Ну, по вкусу абсолютно, на мой взгляд, не похоже на сгущенку, которую я ожидала. Ну, хотя я не ожидала один в один с натуральной, но хотя бы что-то похожее. Не скажу, что это похоже. Скорее, как сладкий крем. Крем интересный, сладкий крем. Но абсолютно не сгущенка. И на сегодня на этом все. Если информация из видео оказалась для вас полезной, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Также, если видео оказалось полезным и интересным, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока!